Каски, пилотки, плащи, медали Второй мировой войны. Все это смогли увидеть и даже примерить вологодские ребята на одной из площадок города детства. В рамках недели памяти занятия для них провели вологодские поисковики. Вместе с юными вологжанами они вспоминали страницы Великой Отечественной войны. Подробнее Мария Зварова. Посмотрите, это медаль, которую нашли в земле, да? Каждому хочется подержать медаль в руках, ведь ей больше 70 лет. Принадлежит она солдату Ивану Минину, погибшему в боях за Ленинград. Медаль вологодские поисковики нашли в прошлом году во время вахты памяти в Ленинградской области. Оттуда же родом из военных 40-х каски, пилотки и так называемый плащ амеба, камуфляж, который носили разведчики. Все это можно потрогать, померить, сфотографировать. Именно так рождается интерес к истории своей страны, уверены поисковики. Важно с детьми просто разговаривать о войне, они должны о войне слышать. То есть это не обязательно должны быть какие-то лекции, это не обязательно должны быть какие-то нравоучения. Это должен быть просто разговор. И, конечно, в первую очередь разговор в своей семье, то есть каждый ребенок в семье, перелистывая старые альбомы с фотографиями, он должен видеть солдат в военной форме и, конечно, помнить тот подвиг, который совершил хотя бы вот его прадед. Вологда во время войны оставалась в глубоком тылу, но именно здесь был крупнейший госпитальный пункт. Вологду привозили раненых с Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов. Эти страницы истории дети тоже перелистали вместе с поисковиками. Вспомнили и вологжан-героев – Александра Панкратова, Александра Клубова, маршала Ивана Конева. Кроме того, дети поделились историями о своих родных, которые трудились в тылу или сражались на фронте. В поле столько мин наложили, что просто даже если какой-то камешек прокатится, то может сразу взорваться целое поле. Вот. И моему дедушке дали задание обезвредить это поле. Он смог обезвредить столько много мин, что его за это наградили многими орденами. Такая встреча на площадке города детства прошла в рамках недели памяти. Она приурочена к дате начала Великой Отечественной войны, 22 июня. В течение всей недели в игровых городках, а их 20 в разных районах Вологды, проходят викторины на военную тематику, встречу с поисковиками. Яким событием станет игра «Квест», конечно, тоже связанная с историей войны. Мария Зварова, Евгений Тюнев, Вологда Портал.